Всем привет, продолжаем рассматривать картины Гильон Летьер «Смерть Катона Утического», Холст, масло Франца. Из истории Древнего Рима Марк Порций Катон-младший, государственный деятель Древнего Рима, первый век до нашей эры, видный представитель римской знати. Стойкий сторонник республики, Катон, узнав об установлении Юлием Цезарем диктатуры, не захотел пережить падение республиканского строя. После того, как республиканцы потерпели поражение при Тапсе, 46 год до нашей эры, он покончил жизнь самоубийством, по римскому обычаю бросившись на меч. Бежавшие слуги подняли Катона и перевязали ему рану. Но когда Катон остался один, он сорвал повязки и, истекая кровью, умер. Это событие произошло в Утике. Вот такое описание картины «Смерть Катона Утического» Гильон Летьер. Холст, масло. По книге Буслович «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.